Доброго времени суток. Приветствую всех, кто подписался на мой канал и тех, кто еще не подписался. Хочу представить вам видео по, значит, составу арт-бетона. Наливаю воду. Не пугайтесь, что она мутная. Просто здесь немного грунтовки. Отжимал губку. Решил поэкспериментировать вот с таким пластификатором фирмы Cemix. Наливаем буквально крышечку, даже чуть-чуть меньше, потому как объем небольшой, раствора будет, я думаю, достаточно. Вот так вот он выглядит. Можете на паузу поставить, почитать название. Следующий этап. Добавляю фиброволокно полипропиленовое 12 миллиметров. Ну, тоже как бы на глаз. Если мне нужно основной слой на сетку наносить фибры, я ложу немножко побольше. Помешал. В этом составе я использую только цемент и пескобетон. Пескобетон недорогой, 200 рублей мешок. Портланд цемент D0. Насыпаю в ведро ковшиками 1 к 3, одна часть цемента и 3 части пескобетона. Почему я не использую песок? Потому что в этот период, когда не погода, песок мокрый, просеять его проблематично. А на сетку, на каркас наносить состав желательно без камушек, чтобы они не зацеплялись нигде, в сетке не застревали. Ну, был пластичный, очень удобно этим раствором работать, наносить как бы. Ну и непосредственно замес. Мешаю электрическим венчиком фирмы Dexter. Недорогой, мощный. Леруа Мерлен продается. Меня полностью устраивает в моей работе. Многовато налил водички. Ну, сейчас немножко подсыпать цементик и пескобетон. И продолжаем замешивание до нужной нам консистенции. Даю немного постоять раствору минут 5, чтобы все пластификатор сработал, все реакции прошли. И вот показываю вам, значит, мастерочкам, какую имеет консистенцию приготовленную раствор арт-бетон, так называемый. Видите, он держит форму, очень липкий, пластичный. Мне этот пластификатор очень понравился. Скорее всего, что еще в пескобетоне, наверное, какие-то добавочки есть пластифицирующие. Вот, пытаюсь показать вам еще, как он держит форму. Видите, не падает. Очень шикарно. Мне понравилось очень-очень. Ну и сам процесс нанесения нашей приготовленной смеси на каркас, на сетку. Thank you.
После нанесения первого слоя на металлический каркас сеткой получилась вот такая вот песня у меня, как его некоторые называют, панцирь. Спасибо за просмотр. Продолжение следует.